Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна.
Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Шишу Гаура Нитай Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай, Гаура Премананда. Итак, мы говорим о значении саду-санги. Какое значение имеет общение с преданными в обществе людей, в обществе непосредственно тех, кто практикует преданное служение? И в целом, почему это хорошо для жизни людей? Есть ли в этом какой-то особый вклад в нашу жизнь, в наши интересы? Включает дхарму, артху, каму, мокшу, то есть религиозные какие-то законы, экономическое процветание, наше чувственное наслаждение, здоровье и освобождение от страданий. Все начинается с того, что человек должен усвоить религиозные законы, принципы религии. Принципы религии не всегда духовны. Чаще всего они имеют предварительный характер. Как, например, избавление от греха – это не является духовным принципом. Это предварительный характер носит, очищение. Необходима подготовка к духовной жизни. Это также включается в религиозные законы или заповеди, нарушая которые человек никогда не сможет очиститься. Очистить свое сердце, ум, речь, поступки. И если человек не очищен, означает, что его одолевают собственнические инстинкты, то есть животные инстинкты. Самосохранение, еда, забота о сне, комфорте, страх, оборона. Эти собственнические инстинкты заставляют человека жить подобно животному в борьбе за выживание. В обществе воцаряется, устанавливается закон борьбы, силы. Таким образом, экономическое процветание сильно затрудняется, хотя есть необходимые ресурсы, богатств, природных, других материальных богатств, есть человеческие ресурсы, достаточно населения, сил, энергии, разума и творческой потенции,
Но пользы мало от этого, потому что эти силы не объединены в одно целое. И люди перестали помогать друг другу. Даже находясь в миллионных городах, люди чувствуют одиночество. Это потому, что они не следуют принципам дхармы, религии. То есть эта жизненная энергия очень могущественна. Если ее объединить, мы можем изменить все вокруг очень быстро. Хотите жить в раю? Это возможно. И для этого даже времени не требуется много. Достаточно всего несколько дней, чтобы изменить ситуацию на земле. Но поскольку у людей есть собственные инстинкты глубоко в сердце, это трудно исправить. Даже согласившись с истиной, человеку трудно изменить себя в соответствии с истиной. Поэтому легче отвергнуть истину вообще, чтобы она не мешала мне жить, как я могу, уж какой я есть. Без чувства этой вины, стыда постоянного. Потому что я не могу изменить свою греховную натуру. Поэтому есть религиозные заповеди. И мы видим, что иногда они управляют чувством, страхом. Если не следовать заповедям, есть наказание. Если человек склонен к беззаконным поступкам, то он должен бояться наказания. И казалось бы, если есть у нас законы какие-то, даже религиозные, принятые, и мы можем держать в страхе греховных людей, казалось бы, мы можем все-таки что-то развивать. Нет больше препятствий, это не так. Религия на самом деле находится в сердце человека, описано в шастрах. Сакшат пранитам, то есть непосредственно представление религии внутри, или протягши вагамам тармиям, то есть не во внешних правилах, предписаниях, из-за страха, которым следует человек, это лишь предварительные, еще не религиозные принципы. Но когда законы входят вглубь сердца человека, и этот человек называется садху. Он живет поистине, сад. Вечная истина, значит. Истина неизменна. То, что было 5000 лет назад и сейчас, истина не изменилась за это время. Она меняется никогда. Она существовала до творения материального мира. Она существует сейчас. И она останется неизменной после разрушения всех миров. Описано. Все исходит из Верховного Господа, поддерживается им, все в Него же возвращается. Это не меняется принцип никогда, он извечный принцип. Вечные принципы религии. Но они находятся в сердцевине живого существа, в нашей непосредственной вечной природе. И тот, кто знает эти вечные истины и может жить по этим истинам о временном мире, называется садху или сумасшедший в глазах материалистов. Ну, как на преданных смотрят подобным образом материалисты. Не совсем они от мира сего, странный народ. У них нет чувства собственности, они безответственны в материальном смысле слова. Иногда делают дурные вещи, и тем не менее у них хорошее настроение. Преданные иногда поступают странным образом, противоречит всем как бы правилам даже религии. В служении Кришне они иногда даже обманывают, то есть нарушают какие-то законы этики или морали. Так, как это, знаете, мы знаем из истории Махабхараты. Преданные любят подражать таким историям. Йотишира солгал все-таки, поэтому ничего страшного. Но он всю жизнь не лгал, Кришна заставил его солгать. И после этого он ни разу не солгал. Он все равно следовал своим религиозным принципам, религиозным заповедям. Ни один человек не должен отклоняться от этих религиозных заповедей. Даже достигший совершенства должен жить по религиозным заповедям в гуне благости в этом мире. Поэтому садху, несмотря на то, что он не привязан к материальному существованию, несмотря на то, что он не скорбит ни о живых, ни о мертвых, он понимает, что все в этом мире происходит по воле Господа, справедливо, в соответствии с прошлой деятельностью, человек получает плоды, страдает или наслаждается, скорбеть здесь не о чем. Садху находится в знании. Тем не менее, он действует в благости, он неизменно добр ко всему живому и сострадателен. Это уникальное качество садху. Сочетание великих знаний, вот этой человеческой доброты, любви, сострадания. Вот это называется садху. Истина в том, что живое существо не изменится, пока не получит милость. Не наказание. Милость нужно по человеку получить. Наказание не совсем исправляет человека, а как бы загоняет его греховные желания вглубь, под контроль страха. Я все равно имею эти материальные желания, но я получил наказание, теперь я остерегаюсь так поступать.
Махараджа Парикшит спрашивает Шукадева Госвами, а какой смысл в таком очищении? Есть праишчита, покаяние. Согрешил, но ты раскаивайся, проси прощения, соверши какие-то благочестивые поступки, соверши какое-то служение, очищай, очищайся от греха. Но какой смысл в таком очищении, спрашивает Махараджа Парикшит, ведь человек снова возвращается затем к греховной деятельности. Когда слон омывается в реке, он очищается, несомненно, но у него есть дурная слоновья привычка. Выйдя на берег, он берет хоботом множество песка и пыли, обсыпает себя с ног до головы. Так заканчивается омовение слона. Ну и какой же смысл в этом омовении? Если люди, очистившись, они снова возвращаются к старому. Их дурные привычки, греховные желания настолько глубокие в сердце, что они не способны жить по-другому. Когда человек заболевает, он прописывает диету, он придерживается диеты, боясь болезни. Но выздоравливая, он снова нарушает все правила диеты. Потому что чувства так сильны, желания так сильны, что он не способен жить по-другому. Идея Шримад Бхагаватам, идея настоящих садху заключается в том, чтобы никогда не возвращаться к греховной деятельности, чтобы покончить с семенами греховных поступков, с самими желаниями греха. И вот тот, кто достиг этого уровня, называется садху высшего уровня. У него нет даже этих материальных желаний, семян этих материальных желаний. То есть его не затрагивают материальные объекты чувств, он не попадает под их влияние. Почему? Потому что в его сердце есть другие желания. Когда мы говорим «нет желаний», не означает, что нет никаких желаний, что он в прострации. Теперь не нужно ни работать, ни жениться, не выходить замуж, не воспитывать детей. Желаний никаких нет. Нет ни к чему интереса. Совсем не это имеется в виду. Это философия Майявади, которая говорит, что у Бога нет качеств. И на этом она останавливается. Но нет материальных качеств. Также у саду нет материальных желаний, но у него огромное количество духовных желаний, переживаний. Желание – это и есть основа нашей жизни. На желании покоится весь мир. На желании основывается и наука, и религия. На желаниях основывается наша личная жизнь, выбор профессии. Все, абсолютно все, что мы делаем, в основе лежит какое-то желание. Поэтому вопрос не в том, что Бог есть или Бога нет, а в том, что желает ли человек Бога или не желает Бога. Вывод или доказательство должно быть основано на каком-то желании. Любое желание имеет свои доказательства и основания. Любое желание. Если человек не хочет иметь Бога, он найдет достаточно аргументов и веры, и подтверждений, что Бога нет. Для себя он найдет множество доказательств. Но если он желает иметь отношение с абсолютной истиной, познать Бога, он найдет множество примеров и доказательств того же самого, что Бог существует. Поэтому, когда человек становится атеистом или агностиком, или просто живет ради чувственных наслаждений, ни о чем не думая, за этим кроются его желания, материальные желания. Но как же действует саду? Если нет материальных желаний, он не агностик, не скептик, не нигилист, не атеист, не философ, не семейный человек. Не то. А кто же он? Никто? В этом смысле абсолютно никто. Он не имеет никаких материальных интересов. Это Господь Чайтанья говорит в беседе с Рамбабом Бхаттачарьей, что освобожденную душу, не имеющую никаких материальных желаний, привлекает чистое, любовное, преданное служение. Даже атмарама, не имеющий никаких материальных желаний, удовлетворенный своей духовной природой, привлекается любовным преданным служением Кришне. Поэтому абсолютная истина называется Брахман, Парабрахман. И именно Кришна, все привлекающие. Даже люди, превзошедшие все свои материальные желания, они еще сильнее, с большей силой привлекаются. Это такая сила чувств, что четверо кумаров обрели преданное служение, просто почувствовав запах листьев туласи. И форма Нараяны, движения Нараяны, слова Нараяны вошли в сердце, в умы, в их чувства, в их тело. Они не могли ничего другого думать и делать, как только думать и служить Верховной Личности Бога. Они были освобождены в Брахмане.
Бахунам джанманамате агьянаван мам прападите васудева сарвамати самахатма судурлапа. Очень редко встречается такая душа, готовая начать чистое преданное служение. Но почему же в нашем случае, если мы вдыхаем аромат листьев тулыси, не происходит такой трансформации? Возможно, еще потому, что мы не осознали до конца свою духовную природу. Возможно, потому, что мы еще воспринимаем что-то материальное с запахом тулыси. Возможно, примешиваются наши еще какие-то мысли, представления об этом мире. Но то, что мы знаем об этом мире, вообще не имеет никакого отношения к истине. Мир безграничен. Это недоступно человеку полагаться на свое воображение и понимать что-то. Мы с вами вообще ничего не знаем. Мы родились в полном невежестве. Что мы узнали? Только то, что нам рассказали другие об этой жизни. Отец, мать в школе и все. А они откуда-то узнали. Им тоже кто-то рассказал, когда они рождались. Они просто рассказывали вот эти вещи, кто что видел, но они ничего не знают на самом деле. Зачем все это, никто не знает. Где предел этим энергиям, никто не видит и не знает. Но шастра говорится, все это вместе с Сумом Боном, Ом Пурнамадах Пурнамадам, это абсолютная полнота, абсолютная истина, безграничная, неделимая, не обладающая никакими материальными недостатками, совершенная. То есть границ на самом деле нет. Граница связана с отождествлением с этим телом. Отсюда исходят все возможные иллюзии. Тело – это очень плотные границы, ограничения ума, чувств, поступков, всего что, любых возможностей. Поэтому наше мышление сильно зажато в тиски этих границ. Освобождение означает, что человек освобождается от этих границ, начинает понимать, есть безграничное, и вступает постепенно в эти отношения. Это и есть изначальная истина. Все безгранично на самом деле. Но нам кажется, все ограничено. Если мы говорим о Боге, как о Кришне, но это форма, это всего лишь человеческое существо, это не так. Никогда не может быть так, чтобы Кришна стал обычным человеком. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Карана. О нем говорится, что он до творения существовал. Творение существует, и после творения он остается существовать. Его тело Сачитананда неразрушимо, исполнено полного знания, безграничного блаженства, океаны, безграничные океаны духовного счастья, Вайкунтхалоки окружают его, сотни тысяч богинь удачи, планеты, живые существа, освобожденные души. И здесь есть колодец материального существования, в котором находится живое существо. И только саду может указать этот путь. Как мы вчера говорили, вера есть у каждого человека. С детства она вложена автоматически. В эту форму жизни она уже вложена туда, как чип. Даже у ребенка есть вера во сверхъестественное. Он верит в сказки. Он верит в совершенно невероятные вещи. Он доверчив. Он чист в этом смысле слова. Конечно, его легко обмануть. Но если не обманывать, вы представьте, как можно развивать эту веру потрясающую. Но если саду не направит эту нашу бхакти в форме веры в верном направлении, она будет направлена на какие-то материальные вещи и погибнет. Она уйдет. Бхакти не обусловлена, но она может прийти или уйти. Она не падает, но она либо приходит, либо уходит, скрывается из виду. И когда бхакти уходит из нашей жизни, у нас остается лишь отражение истины. Как солнце мы не видим, но есть какой-то свет сквозь облака, тоже можно опираться на это. А есть отраженные лучи солнца, какой-то лужи, скажем, или кувшина на окне, пример дается в ведах. Луч может попасть и вдруг осветить нашу комнату. И так эта вера отраженная, она уже действует по-другому, как иллюзия. Я могу говорить, о, что-то блестит, что-то ценное должно быть там. Но это солнце отразилось там. Солнце в другой стороне совсем. Но меня привлекает какой-то предмет, потому что он блестящий. Но заметьте, как только солнце село, ничего не блестит больше. Даже драгоценные камни не имеют никакой привлекательности. Истина совершенно в другом. Об этом Кришна говорит в Шримад-Бхагаватам, что то, что не связано непосредственно со мной, Брахма, Творец Вселенной, зная об этом, все, что со мной непосредственно не связано, это лишь отблеск истины. Иллюзия, луч света во тьме, отраженный. То есть саду он связывает жизнь непосредственно с Кришной. В этом его задача. И как мы вчера приводили пример, нельзя ни с того ни с сего стать саду. Ну просто так подумав, а почему мне не стать саду?
начиная с сегодняшнего дня. Нет, нужны благословения саду. От саду можем получить это благословение, стать саду. Иначе даже не будет ни малейшего представления, что такое саду. Люди могут думать, ну саду это престижно, потому что что такое саду? Саду это кому все кланяются, кого все слушают, вот это саду. Он говорит, а все остальные делают, вот я хочу стать таким саду. Это чисто внешняя перспектива. Иногда привлекают людей, мошенников, которые ничего не знают о внутренней жизни саду. Прежде чем человека будут слушать, он должен очиститься от чувства собственности. Иначе, как только люди видят, что он это делает ради денег, ради славы, ради последователей, они не будут слушать его. Либо начнут с ним соперничать. Он должен быть чист в своих поступках, саду. Иначе как же он сможет указать путь любви? То есть его единственный мотив – это любовь и сострадание, его личные качества. Из сострадания к людям он будет говорить о Кришне. Не ради славы, не ради денег. Потому что за это он еще будет терпеть множество проблем и лишений. Агностики, скептики, материалисты и другие люди не принимают сознание Кришны. Они резко против всего этого. Как я видел интервью одного ученого о Боге, их спрашивали, что вы думаете о душе, о Боге. Пожилой ученый всю жизнь отдал науке. И сказал, такого опыта нет ни у одного человека, зачем вы в это верите? Что вот есть душа, есть Бог. Такого опыта не существует. В области научных исследований такого опыта нет. Никто не может это доказать. Но мы говорим одну вещь. Мир покоится на желании, это научно. А что такое желание? Это то, что мы переживаем. И сейчас нет такой науки, которая бы исследовала эту область переживаний, на которой как раз держится все. Как становятся наркоманами? Не по науке, а переживания их увлекают туда. Как привлекаются мужчина и женщина? Не по науке. Наука это не может объяснить. Переживание начинается. Вкус существует в жизни. Этот вкус недоступен материальной науке. Как человека сделать счастливым? Как развивать этот вкус? И вот саду он указывает этот путь. Каким образом можно занять себя чистым, любовным, преданным служением, который является этим высшим счастьем, высшим блаженством, высшим вкусом? Господь Чайтанья пришел как олицетворение бхакти. Чхан-аватар, он пришел как преданный. То есть Бог является в разных формах, в разное время. Его миссия может несколько отличаться. Если как Нарисимха-деву он пришел, чтобы разорвать Хираньякашипу собственными когтями, защитить одного преданного Шипрахлада, своего преданного, Вараха пришел спасти землю, то Господь Чайтанья пришел раздать любовь к Богу. И он действует и выглядит, как будто он преданный. Он настроение Шримати Радхарани, это самая близкая служанка Кришны, самая сокровенная, как бы преданная. Нельзя, я не знаю, как сказать о Шримати Радхарани, нельзя это объяснить. Потому что они одно целое, между ними различий нет. Это просто два разных тела, но душа у них одна, это вечное отношение. Это его личная внутренняя энергия, которой он наслаждается. Бог, представьте, что же такое Радхарани, кто же такая Радхарани? Постичь это можно только обретя некоторый вкус. Нельзя это путем науки объяснить. Наука не выходит за пределы человеческих желаний никогда. Пока наука не очистится от материальных желаний, они смогут пойти дальше, не будут людей уводить от Бога, от души, от собственного «я» в бездну, в пучину забвения просто. Где просто выход в наркомании, в чипах и в каком-то искусственном управлении над людьми. Манипуляции. Это неизбежно происходит. Пока мы не вернемся на духовные рельсы, мы, как общество, будем безнадежны просто. И вот Шримати Радхарани является высшим духовным учителем, потому что ее любовь ни с чем не сравнима. Если она кого-то благословляет, этот человек будет удачлив. И она очень сострадательна. Все садху черпают эту энергию от Шримати Радхарани, потому что она ближайшая, как бы его ипостась, ближайшая. Дороже жизни, говорится, для Кришны. Если она кому-то сострадает, Кришна немедленно принимает эту личность. Поэтому, говорит, не тот преданный, кто мне предан, а тот, кто предан моему преданному. Поэтому в духовном мире все служат Шримати Радхарани и Кришне, но никто не пытается занять место Кришны или место Радхарани. Настоящая любовь, она абсолютно бескорыстная, лишена всякого чувства собственности. И затем это приходит по парампаре, по цепи ученической преемственности, и Господь Чайтанья вошел в одну из парампар Брахма Гаудия Мадхава Сампрадая. Брахма Мадхава Гаудия Сампрадая. Он явился как в настроении Шримати Радхарани.
Вот так он распространяет любовь к Богу. И поэтому, поскольку это аватар, чхан-аватар, это не человеческое существо, это не джива-татва, это сам Кришна, Шри Кришна Читания, Рада Кришна Нахиания, говорится, это Рада и Кришна в одном лице. Он и выглядит необычно. Его вид поражает, один вид, взгляд бросит на Господа, Читания можно уже достичь освобождения. Как его тело из расплавленного золота, говорится, цвета расплавленного золота. Есть золото. А есть расплавленное золото. Оно колышащееся. Цвет колышется. Расплавленное золото, оно жидкое. Оно подвижный цвет имеет. Не статичный, экстатичный. Итак, тело Господа Читания, оно экстатично. Оно подвижно, даже в своем сиянии подвижно. Его движение, оно нежное, как взбитые сливки, говорится. И при этом оно трепещет от экстаза. И Господь Читания пытается сдерживать этот экстаз. Но ничего не получается. Каждый, кто просто видит его, остолбенеет. Что с человеком? Что с ним? Его просто вулкан внутри. И как он не пытается сдержать, у него миссия такова, что он все равно это выплеснет наружу. Он все равно расплачется, и толпа людей соберется, и все почувствуют, что же здесь такое. Это что, любовь к Богу? Люди с ума сходили от этого, стеряли сознание, когда видели Господа Читания. И мы сегодня продолжим тему Читания Чаритамриты. Как все-таки встретились Дабир Хас и Сакар Малик с Читанием Махапрабху? Их первая встреча. Мы закончили на том, что они подошли в великом смирении. То есть они уже имели все необходимые условия, чтобы стать саду. Они были хорошими кандидатами. То есть они были смиренны, как в обществе ИСКОН. Мы тоже должны проверить всех учеников. Каждый из нас должен подвергнуться проверке. Я тоже помню, как я подвергался проверке перед тем, как получить инициацию. Всегда Кришна что-то устраивает. То есть проверку на смирение именно. Иногда преданный не смиренен, и он думает, что с ним несправедливо поступают старшие, что он занимается служением, но рекомендацию ему не дают. Какой-то заговор против него, какая-то несправедливость. Себя он уже оценивает как достойного кандидата, но другие с этим не согласны. Он вступает в конфликт, он обижается. И иногда необходимо так поступить, чтобы проверить человека. Мы не знаем. Кришна знает в сердце, и нужно увидеть, что он будет делать в случае отказа. Иногда случается, что гуру отказывает в инициации, но в виде смирения ученика зовет его снова обратно. Все, ты можешь сесть. Видишь, что он может смиренно принять это, может пройти эту проверку. И с другой стороны, если человек таит обиду, становится агрессивным, критически настроенным, начинает ненавидеть старших за это, это не саду, это не кандидат вообще в сознание. Это ему не место среди вайшнав такому человеку. Он проявляет агрессию, злобу, настраивается против и так далее. Так, необходимы проверки. И они будут продолжаться и после посвящения в еще более тонкой форме майя будет испытывать. Мы с вами столкнемся с таким понятием, как справедливость и несправедливость даже в сознании Кришны. И что вы думаете? Как пройти эту проверку? Если жизнь по отношению к вам несправедлива даже в сознании Кришны. Вы думаете, в этом дело? Справедливость и несправедливость, вы глубоко ошибаетесь. Вообще не в этом дело. Вообще не в этом дело, кто прав, кто виноват. Вопрос только о смирении. Вот что важно, вот в чем заключается истинная проверка. Насколько мы способны стать еще смиреннее, еще глубже развить эти качества, насколько мы еще ближе можем стать к святому имени в этих трудностях. Вот в чем замысел, вот в чем суть этих трудностей жизни. Иначе бы Кришна никогда не послал, то есть майя бы никогда их не посылала. Кришна не посылает. Кришна вырывает нас, это его функция, но майя посылает эти трудности. Ну, она что смотрит на Кришну, но Кришна молчит, ну ладно. Но в какой-то момент Кришна скажет, все, достаточно майя, теперь он мой. Уходи. И она его слушает. Но мы не можем сказать, майя, достаточно, уходи. Я преданный Кришне. Я саду. Майя скажет, конечно, саду. Вот тебе садхини, пожалуйста. Живи как настоящий садху, полноценно.
Вы не обманете Майю. Никто не может обмануть Майю. Какие бы атрибуты на себя ни одели, Майю не обмануть. Как сказал Гопал Кришна Госвами, она не посмотрит даже на вашу данду. Ну что, данду увидит, сразу убежит. Нет, она тоже может взять данду. Итак, здесь речь о смирении, как вот в той ведической культуре, как люди проявляли это смирение, они зажимали солому в зубах, солому с земли нужно собрать, не купить в магазине, не помыть, не подготовить для этой цели специально, для наших зубов, чтобы инфекцию занести. Нет, нет, вот солома на земле валяется, там с навозом перемешанная. Вот берете эту солому и в зубы, означает, что вот так себя вот в такое положение ставите. Завязывают одежду на шее и дандават. Все означает, я полностью покорен. Я принимаю, ты гуру, я ученик. Я прошу милости. Я никто. Великие ученые, здесь о них речь идет, они поступают таким образом. Почему так они поступали? Не сентименты, сейчас здесь будет объяснение, были причины. При виде Господа Чайтаньи Махапрабху братья зарыдали от переполнившего их счастья и смирения. Господь Чайтанья Махапрабху попросил их подняться и благословил. То есть они увидели Господа Чайтанью и стали рыдать. Просто от того, что увидели его. Братья встали и, снова зажав в зубах солому, стали со сложенными ладонями смиренно возносить молитвы. Джая Джая Шри Кришна Читанья Дая Моя Патита Павана Джая Джая Махашай. Махашай величайший. Патита Павана, спасителю падших душ. Дая Моя всемилостивейшему. Господу Читанья Махапрабху. Слава, слава. То, что они сказали. О Господь, мы ниже самых низких. Общаемся мы с такими же низкими людьми, как мы сами, и занимаемся низкими делами. Вот почему мы стыдимся назвать Тебе свои имена и чувствуем себя недостойными стоять перед Тобой. Кто имеет опыт занятия плохими делами? У всех есть такой опыт. Так где же причина гордиться нам? В чем причина? Что мы сделали до создания Кришны, чтобы спасти весь мир? Ничего. Мы хоть себя спасли, хоть кого-то одного из близких людей. Мы не способны были ни на что. Как где же причина вообще гордиться нам этим всем? Ну а Санатана Госвами, Рупа Госвами, они были великими учеными из брахманской семьи, но они стали общаться в плохом окружении и заниматься служением под руководством падших людей. Они себя признали падшими по этой причине. Поэтому, как преданные, мы не падшие, мы занимаемся служением, но мы занимались плохой деятельностью, вынужденно, хотели мы того или не хотели, поскольку в мире очень много скверны. Как я помню одного преданного, который работал на заводе, там комплектовали атомное оружие. Он комплектовал тоже ядерные боеголовки, там укомплектовывал как-то это не... Ракеты боевые были, секретное производство. И он занимался такой работой. Волей-неволей он должен был, это была его профессия. И об этом здесь речь идет. Хотя Рупа и Саната, на которых тогда звали Дабир, Кхас и Сакар Малик, назвали себя людьми низкого происхождения. В действительности они были потомками очень знатного браманского рода из Карнаты. И, следовательно, принадлежали к касте браманов. К сожалению, служа в мусульманском правительстве, братья переняли обычаи и образ жизни мусульман. Вот почему в этом стихе они называют себя ничаджати. Слово джати означает рождение. Согласно шастрам, существуют три вида рождения. Первое – это рождение из материнского чрева. Второе – прохождение очистительных обрядов. А третье – посвящение, которое дает духовный учитель. Тот, кто избирает греховную профессию – или общается с греховными людьми, сам становится грешником. Рупа и Санатана под именами Дабира Кхаса и Сакара Малика жили среди мусульман, а мусульмане известны своей неприязнью к браманской культуре и жестокостью к коровам.
В 7-й песне Шримад Бхагаватам говорится, что любого человека можно отнести к той или иной категории или касте по признакам, упомянутых в шастрах. И Дабирхас, и Сакармалик принадлежали к касте браманов. Но поступив на службу к мусульманскому правителю, они оставили свои прежние привычки и стали жить как мусульмане. Братья практически не проявляли никаких качеств браманов и потому причисляли себя к низшей касте. Это подтверждается в Бхакти Ратнакаре, где сказано, что из-за тесного общения с представителями низшего сословия Сакармалика Дабирка стали относить себя к их числу. На самом же деле они родились в очень уважаемой браманской семье. То есть это была судьба. Судьба. Давление судьбы мы все можем чувствовать прекрасным образом. Хотя у нас есть регулирующие принципы, есть священное писание, мы хотим жить духовной жизнью, все искренне хотим. В материальной жизни нам приходится испытывать много препятствий. Судьба. Мы должны принимать также и привычки, и неписанные законы общества, в котором мы живем. Кругом распространены принцип чувственных наслаждений повсеместно. На каждой улице, на каждом прилавке, в любом магазине, в любой квартире, везде есть телевизоры, везде есть каналы, где поток, море, океан информации идет о чувственных наслаждениях, о политике, всяких беспокойствах, обо всяких проблемах. Это война. Майя побеждает их. У них даже возможность задуматься о жизни некогда. Просто задуматься о жизни. И когда им предлагают духовную практику, они думают, что это отнимет время у них. Время и деньги, которые они могли бы заработать. Отвлекаться на такие вещи не имею права, они говорят. Я начинаю не выживу сейчас. Какая духовная жизнь вообще? Или они удешевляют, хорошо, дайте мне что-нибудь сильное, есть у вас средства. Один раз повторил, достаточно, я освободился. Или через полгода стану Богом. Это меня больше устроит. Но всю жизнь не могу посвятить. Невозможно просто. Итак, это судьба. Судьба. И здесь по законам судьбы Рупа и Санатана Госвами оказались во власти правителя Мисоеда, ненавистника браманов и коров. Го брамана хитаяча. Кришна защищает браманов и коров. Вся ведическая культура держится на поддержании браманической культуры, защите коров, защите женщин, детей, стариков. Но здесь говорится о другом. Люди, которые едят мясо, как правило, они преследуют цель господства, мирового господства. В этом недостаток млечков. Это отсталая культура, они не имеют представления о Боге, достаточно, но они претендуют на мировое господство. Это мясоеды. Неважно, какая религия, мы говорим сейчас о мясоедении. Те же мусульмане, которые не едят мясо, искренне молятся, они совершенно другие. То есть речь не идет обо всем исламе, а той группе мусульман, о которых здесь описывается, та группа, которая именно млечки или яваны. Также, когда мы говорим о христианстве, мы не имеем в виду все христианство. Есть чистые святые в христианстве, есть чистые святые в исламе. Но есть группы, которые являются млечхами под видом религии. И общаясь с ними, человек может деградировать, стать таким же ненавистником вайшнавской культуры и убийцей коров и пьяницей. И кем угодно дальше. То есть мы видим, что такая религия не помогает очиститься человеку. Дорогой Господь, да будет тебе известно, что нет больше грешников и богохульников, чем мы. Нам стыдно даже признаться в своих грехах. Нам трудно даже назвать свои грехи вслух, не говоря уже о том, чтобы отказаться от них. Вы посмотрите, какое смирение. Она говорит, мы такие грешники, нам даже трудно в этом признаться или тем более отказаться от чего-то. Они не обвиняют правительство. Они не обвиняют ислам. Они не обвиняют руководство. Никого. Они говорят, мы такие стали, мы такие грешники. Мы, видимо, заслужили вот жить в таком грехе, вот в такое общение. Мы что-то совершили дурное в прошлом, что судьба к нам так вот немилостива. И теперь мы сами развили дурные качества волей-неволей. Ты воплотился ради спасения падших душ. Знай же, что на свете нет никого, кто пал бы так же низко, как мы. Ты спас братьев Джагая и Мадхая, но для этого тебе не требовалось прилагать большие усилия. Знаете, да, что Господь Чайтанья не прилагал больших усилий, чтобы спасти Джагая и Мадхая. Здесь описываются причины. В нашем понимании, когда мы слышим эту лилу Джагая и Мадхая, освобождение,
Наши понимают, Джагай Мадха это величайшие грешники, как описывается. Нет такого греха, который бы тысячу раз бы они не совершили. Самые отъявленные грешники были в Навадвипе двое, Джагай и Мадхай. И поскольку они были из высокопоставленной браманской семьи, у них было как бы знатное происхождение. Но они злоупотребили этим положением в обществе. Они стали пьяницами, развратниками, и не описывается, что они вообще делали, но тысячи грехов, которые вообще возможно было совершить, они все делали. Любые чувства и наслаждения не пренебрегали. Пили постоянно. Прямо на глазах у людей, не стесняясь, потому что приселились к очень возвышенному браманскому положению и роду, без всякого стеснения. Еще и гордились этим. Джагай и Мадхай принадлежали к касте браманов и жили в святом месте, на Навадвипе. Они никогда не служили падшим людям и не были орудием преступления. Вот о чем говорит. Джагай и Мадхай, они не служили падшим людям никогда. Орудием преступления не были. У Джагая Мадхая был только один недостаток – приверженность к греху. У нас у всех есть такой недостаток, как у Джагая Мадхая. Мы в парампаре Джагая Мадхая. Мы это хорошо унаследовали. Кали-юга, она устроила такую парампару, что абсолютно каждый будет вам говорить о чувственных, напоминать наслаждениях. А двери от человека к человеку, это распространяется повсюду. Очень могучий век Кали. Приверженность к греху. Но даже слабого отблеска твоего святого имени достаточно, чтобы сжечь дотла самый ужаснейший из грехов. Ведь это не проблема. Грехи – это не проблема. Садху поэтому может принять любого ученика, из любой ямы достать его. По этой причине, что святое имя очистит от любого греха. Это не является препятствием серьезным. Прошлые грехи или прошлая как бы карма или моя судьба, на которую часто мы ссылаемся и сетуем, как на то, что я вот слаб по той причине, что у меня судьба такая, гороскоп такой у меня. В моем гороскопе нет бхакти, видите, нету. Нет такой планеты бхакти. Но здесь говорится, есть святое имя. Оно может войти в любой гороскоп, как вы думаете? И навести там порядок. Что и происходит. Можем сетовать всю жизнь, но при этом заниматься преданным служением. Оказывается, это не препятствие. И причем это просто, и никаких денег не требуется. Скажите, сколько нужно денег заработать, чтобы стать добрым? Да нисколько. Это ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. То есть обрести духовные качества не нужно никаких материальных ресурсов для этого. Более того, чем сложнее судьба у преданного, тем быстрее он может развить эти качества преданности. Все наоборот может быть. Как здесь Рупа Госвами, Санатана Госвами, они потеряли свое брахманическое происхождение, они занялись дурным служением, но их преданность только увеличилась, стремление, желание увидеть Господа Чайтанью только увеличилось. Поэтому в глубоком смирении просят его милости и говорят, что Джагай Мадхай, ты его освободил, их просто отблеском своего имени. Они когда ругались, произнесли Господа Чайтанью, вот и все. Вот была причина их освобождения. Они все-таки произнесли его имя. Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами считали, что пали ниже, чем братья Джагай и Мадхай, спасенные Шри Чайтанья Махапрабху. Сравнив себя с Джагай и Мадхаем, Рупа и Санатана решили, что они в худшем положении, поскольку спасти этих двух пьяниц Господу не составило большого труда. Дело в том, что хотя Джагай и Мадхай и погрязли в грехе, в остальном их жизнь была безупречной. Они принадлежали к навадвипской касте браманов, которые от природы благочестивы, хотя вследствие порочного общения Джагай и Мадхай приобрели некоторые греховные привычки, для того, чтобы избавиться от них, братьям было достаточно произнести святое имя Господа. Другим их достоинством было то, что они никогда не находились ни у кого в услужении, поскольку принадлежали к роду браманов. Шасты строго-настрого запрещают браманам наниматься на службу, кому бы то ни было. Считается, что человек, работающий по найму, уподобляется собаке. Собака во всем зависит от хозяина, и чтобы заслужить его благосклонность, она бросается на прохожих. Собака облаивает невинных людей только ради того, чтобы выслужиться перед хозяином. Подобно этому слуга, исполняя волю своего господина, иногда вынужден совершать самые отвратительные поступки. Поэтому, когда Дабир Хас и Сакар Малик сравнили себя с Джагаем Адхаем, они пришли к выводу, что положение последних гораздо лучше –
Джагай и Матха никогда не служили низким людям, и им не приходилось по приказу опустившегося хозяина совершать неблаговидные поступки. Осыпая бранью Шри Чайтанья Махапрабху, Джагай и Матхай произнесли его имя. Ах, эти Хари Кришна вообще, а? Хари Кришна, Хари Рама, что такое вообще? Беспорядок. Ну все, человек произнес святое имя. Он очистился. Это незаметно, правда? Но вот так это происходит. Незаметным образом человек очищается, все равно произнес имя Кришны с чувством, с глубоким чувством. Оскорбления нет, потому что он не знает, кто такой Кришна и Рама. Он просто не знает. Оскорбляя тебя, Джагай и Матхай произнесли твое святое имя. Благодаря этому им посчастливилось обрести освобождение. Мы в миллион раз хуже Джагай и Матхая. Мы опустились гораздо ниже их и еще больше, чем они погрязли в грехе. Интересный момент. Джагай и Матхай очистились от своих грехов. Прабхупада сравнит грехи с птицами в подобном сравнении, аналогии. А святое имя и хлопание в ладоши распудит этих птиц. И так этих грехов может множество быть вокруг нас, как птицы клюющие, какие-то зерна, какую-то пищу, которую мы им разбрасываем. Мы кормим эти грехи. Но стоит нам просто громко запеть Хари Кришна, они сразу разлетаются. Все это уходит в небо. Вот такое сравнение дается. Это не что-то, обладающее большим могуществом. Это скорее покрытие, как облако. Облако не обладает могуществом, но оно может скрыть солнце от наших глаз. Оно не может покрыть солнце, оно ничтожно тоже. Но глаза наши может покрыть. Также грехи, они ничтожны. По своей природе и по своей силе они ничтожны. Но имеет способ покрывать. Вот эта майя, ее покрывающая способность уникальна. Она не сильнее Бога, нет. Облако это тоже порождение солнца. Но у него другая функция. Она может скрыть солнце от наших глаз. Но стоит только ветру разгуляться, никаких нет облаков. Стоит начать хороший киртан. В разгаре киртана вы чувствуете хорошо. Беспокойств нет, Вайкунтха в голове. Все. Если воспевает садху, мы чувствуем, все, все чисто. Чисто. В этот момент все чисто. Но поскольку существует память о прошлом, и вкусы греховные сохраняются, желания, они могут беспокоить долгое время, пока не обретем расу, настоящий вкус духовный. Именно когда человек обретает вкус духовный, считается, что он уже спасен окончательно. Пока он не обрел духовный вкус, он очень должен быть внимательным, должен всегда быть в обществе преданных. Если он отклонится от общества преданных, снова вкусы материальные могут увести в сторону. Но как только набретет духовный вкус, он становится сильным, устойчивым. Когда-то Шрила Прабхупада взял одного ученика и сказал, живи со мной. Потому что ученик пожаловался, что он очень слаб. Ну, думаю, у него столько материальных желаний. Как только он видит что-то на улице или прочее, у него сразу возникает материальное желание. Он признался, сказал Прабхупаде, беда со мной. В голове только мысли о чувственных наслаждениях. Любой объект мне о чем-то напоминает, мне всегда чего-то хочется. Я очень слаб. Просто живи со мной здесь, в моей комнате, будешь мне лично помогать. Вместе будем служить с тобой Кришне. Давай. Вот я буду заниматься, будешь мне помогать. И он там мыл полы, стирал одежду, готовил что-то и был занят. И рядом с Прабхупадой чувствовал себя освобожденной душой. Никаких материальных желаний, счастья. Ничего не нужно на самом деле. Никаких беспокойств, все, равновесие. И забыл обо всем. И однажды Прабхупада сказал, баклажаны пойди купи на рынок. А ученик побежал смело, выбежал на рынок и вернулся уже падший. Сказал, Прабхупада, я неисправим. Вот даже рядом с вами, я только вышел на улицу, я и туда смотрел, и сюда смотрел, и того хотел, и этого хотел. Боже мой, у меня внутри просто да, сплошная грязь, столько желаний материальных, я все помню. Прабхупада писал там что-то, говорит, ну ты баклажаны-то купил? Да баклажаны купил, ну это все, что я хотел. Все. Саду. Интересно, что саду должен благословлять, не просто критиковать, разоблачать. Или наказывать постоянно за грехи. Это не роль саду.
Если вы думаете, что теперь знаю истину, я имею право тебе критиковать всех людей, присуждать им какие-то наказания, пророчить им ад, ошибаюсь, это не роль саду. Так связь с людьми не устанавливается. Так начинаются религиозные войны. Саду благословляет. Если вы в чем-то преуспели в сознании Кришны, немедленно вы должны благословить какого-то младшего. Пусть он еще имеет несовершенство, пусть он не все хорошо делает, но вы должны показать ему, что это хорошо, что он делает. Показать, что вы счастливы, что он это делает. Благословить это, подтвердить это. Всегда благословляйте младших. Всегда дружите с равными, всегда служите старшим. Это и есть саду-санга. Не просто, что мы слушаем информацию каждый для себя. Саду-санга – это общение, взаимоотношения. Если я не умею говорить, я могу служить по-другому. Санга – не только говорить. Не только имеется в виду речь. Я могу мыть полы, чистить овощи, готовить просад. Могу распространять книги. Могу строить храм. Могу перевозить преданных, участвовать в каких-то фестивалях, организации. Есть много служений. Это все санга. Все санга в духе саду-санги. В духе служения, в духе благословения, в духе дружбы нужно делать. Это и саду-санга. Потому что материалисты делают то же самое. Они могут пандалы строить, и могут небоскребы строить. В деятельности они превосходят всех сейчас. В кармической деятельности они эксперты. И самые великие. Это великие карми. Они строят большие небоскребы, то есть такие проекты смелые. Мосты с острова на остров или подземные эти тоннели под проливом. Делают все это. В чем же разница? Разница в том, в каком духе, в каком настроении все это делается. Это саду-санга. Вся наша деятельность тоже это способ взаимоотношений, способ выразить свою любовь и преданность. То есть чисто любовное преданное служение. Итак, когда старшие благословляют младших, старшие всегда остаются для них старшими. Если старший не благословляет младшего, никогда или редко, и чаще всего злится и упрекает, и критикует младших, младший, в конце концов, забудет об этом человеке. И когда ему скажете, это старший предан, должен его уважать, он удивится. Правда? Но у меня нет таких отношений. Он так не действует по отношению ко мне. Он никогда меня не благословил. Никогда не дал хорошего напутствия. Он просто меня всегда критиковал, обучая сознанию Кришны. Он меня только наказывал, видел мои недостатки. Я не получал от него благословений, мне нет этой связи. Я не вижу там старшего. Старший любит. Поэтому иногда, если человек так не благословляет никого и состарился в сознании Кришны, это может обернуться печально. Он может подумать, я в движении сознания Кришны 20 лет, и что же, я никому не нужен теперь? Да, но вспомни, скольких ты благословил, скольким ты помог в сознании Кришны, сколько ты мог терпеть недостатки окружающих людей, как садху терпелив, садху сострадателен, садху не воинственный, он мирный человек. Садху чистый, правдивый, все эти качества описываются. То есть здесь в сознании Кришны Прабхупада говорит, что мы практиковали эти отношения, саду, санга, из которой произрастает следующий принцип. Если наша вера направляется в саду, то все хорошо. Если нет, она проецируется на материальные вещи. И просто так, придумав стать садху, это невозможно. Общаясь с садху, мы совершаем баджана-крию. И вот тогда можно считать, что этот человек уже садху. Сам, это его выбор. Эти желания можем получать от святых людей. Желание служить Кришне бескорыстно. Риск. Большой риск бескорыстно что-то сделать. Но маленькое можно, правда же? Вот всю жизнь сразу бескорыстно посвятить глупо. Нужно испытать. Большой риск. Если обман, я потеряю все. Мне нужно убедиться, что это истина. И как же я могу убедиться, что это истина, если я не увижу человека, который уже свою жизнь прожил в сознании Кришны, уже посвященный и прожил, и прошел этот путь. И видя счастье садху в сердце, его чистоту и счастье, и качество, я получаю эти доказательства, что это путь истины, на него можно смело вставать на этот. Мы служим мясоедам, и потому сами принадлежим к их касте. В самом деле наши поступки мало чем отличаются от поступков мясоедов.
Из-за постоянного общения с подобными людьми мы и сами стали ненавистниками коров и браманов. Ну, как сказать, мы, конечно, не ненавидим, но мы смиряемся, а что делать, что можем сделать в этом обществе? Как остановить убийство коров? Ну, невозможно сейчас ничего сделать, правда же? Такая великая организация, вы не можете ее изменить быстро. Такие бойни уже существуют по всему миру, это все работает, экономически очень крепко устроено. И привычки людей принимают это, люди не отказываются. И что же мы должны делать? Мы должны смиряться в этом случае, как пришлось Рупе Санатане Госвами. Жить в этом обществе, смиряясь с тем, что все равно тут рядом бойня, все равно улыбаться людям, говорить им о сознании Кришны. Это означает, что мы причастны в какой-то степени к этим проблемам. Строго говоря, мы не должны соглашаться с тем грехом, который мы видим. Строго говоря, иначе мы причастны к этому греху, но нам приходится в этой системе принимать то, что есть, и улыбаться людям, и любить их, и продолжать проповедовать какие-то для них полезные вещи, полезные для здоровья, для их семьи. Если вы скажете, убивать коров не нужно, это мать, ей больно, это чудовищно, это жестоко, они не чувствуют, потому что они млечки, у них нет разума этого тонкого. Они не почувствуют боли даже никакой. Им не жалко убить живое существо. Причем трагично все это. Один человек ведет на бойню десяток коров. Один. У коров достаточно силы, чтобы справиться с ним. У них есть рога, у них тело большое, копыта есть. Они могут дать отпор рогами. Но у них нет разума, и человек пользуется этим. Они как дети. Они доверяют человеку, он их ведет, они идут. Они доверчивы, у них отсутствует разум. И человек пользуется этим и ведет их на бойню. Они не могут ответить. Они дети. Они малые дети. Это даже как ребенок рождается в плохой семье. Он примет все, что родители дадут ему. Все самое плохое и хорошее. Все, что, все вместе взятое. Если родится в семье алкоголиков, он унаследует это с самого детства с молоком матери. И что это трагедия? Но у нас уже сердце не болит, потому что уже сколько можно болеть вообще? Что сейчас происходит вокруг? Боже мой, но мы должны смиряться с этим. И означает, что мы тоже так или иначе причастны к этому. Нам должно быть неприятно. Мы должны смиряться до конца. Мы должны все равно что-то изменить в обществе, распространять знания в надежде, что люди осмыслят все это, откажутся от этих греховных привычек. Они придут к лосым стопам духовного учителя, общаться начнут с садху. Они возродятся, они очистятся от греха, как Джигай Мадхай. Господь Читания примет их. Даже если не оскорбительно принесут его имя, что он оскорбление не принимает лично. В этом его особенность, в этом состоянии премы он не принимает оскорбление. Мы можем воспевать святое имя Кришны. Даже с оскорблениями Господь Читания принимает такое воспевание. Особенно если мы выходим на улицу и поем там, столько милости, столько экстаза можем испытать. Даже если наше воспевание несовершенно, Господь Читания будет очень счастлив. Существует две разновидности мясоедов. Те, кто родились в семье мясоедов, и те, кто привык общаться с мясоедами. И слов Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Санатаны Госвами, которых прежде звали Дабирхас и Сакармалик, явствует, что просто общаясь с мясоедами, можно приобрести их качество. Сейчас в правительстве Индии много так называемых браманов, но при этом государство содержит бойни для убийства коров и ведет агитацию против ведической культуры. Основополагающим принципом ведической культуры является отказ от мяса и опьяняющих веществ. В современной же Индии принятие опьяняющих веществ и употребление в пищу мяса всячески поощряется. В соответствии с критерием, установленным здесь Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами, эти, с позволения сказать, браманы, которые ради высокой зарплаты разрешают открывать бойни и никак не препятствуют греховной деятельности, безусловно, пали. Поощряя убийство коров и подрывая тем самым основу ведической культуры, они превратились в млечек и яванов. Млечками называют тех, кто употребляет пищу мяса, а яванами – тех, кто не следует ведическим принципам. К сожалению, подобные люди сейчас стоят у кормила власти. Можно ли надеяться на мир и процветание в такой стране? Глава государства, будь то царь или президент, должен быть представителем верховной личности Бога. Махарадж Юдхиштхира, принимая бразды правления Бхарата Варшей, как называлась раньше наша планета, со всеми океанами и материками, заручился согласием таких непререкаемых авторитетов, как Бхишмадев и Господь Кришна,
и правил он миром в соответствии с заповедями религии. Однако сейчас правительству нет никакого дела до религиозных заповедей. Когда законодательная власть находится в руках безбожников, принимаются даже те законы, которые противоречат принципам шастр. Если президент и министры соглашаются с этими законами, они переходят в разряд грешников. Санатана Госвами и Рупа Госвами признали за собой такую вину. Вот почему они отнесли себя к млечхам, хотя в действительности происходили из рода браманов. Если мы хотим стать браманами, нам нужно научиться говорить правду бесстрашно. Ну, конечно же, с качеством брамана. Не беспокоя людей агрессией или излишней критикой, или устрашая чем-то. Качество. Качество саду они могут распространять послание. Браманы должны говорить правду приятным образом, с уважением к личности. Несомненно, есть очень много сейчас очень тревожных моментов в обществе, куда катится как бы наша культура. Российская культура или мировая культура. Людей интересует все больше и больше однополые браки. Это как лесной пожар распространяется. Это не уступают развитию сейчас проповеди сознания Кришны в России. Как лесной пожар распространяется знание Кришны, как лесной пожар распространяются другие вещи. Потому что есть средства массовой информации и прочее. Сейчас в Кали-Югу все очень быстро происходит. И при этом должны научиться говорить правду. Но эта правда должна из уст садху изойти. Как здесь Шрила Прабхупада, он не боится, он говорит о правительстве, он говорит о царе, он говорит об исламе даже. Но он говорит это как садху, ссылаясь на Писание, приводя аргументы. Он разбивает невежество. Вот что важно. Любая религия, если она освободится от невежества, она станет чистой. Вот в чем вопрос. Очиститься нужно. Не просто грешить и каяться, грешить и каяться. Но нужно очиститься так, чтобы больше не грешить. И нет необходимости больше в покаянии. Будет только одна необходимость. Миссия, служение Верховной Личности Богу, Санатана Дхарма, вечный принцип, вечный долг живого существа. Не нужно больше думать о покаянии. Думайте о преданном служении. Ночами не спите. Думайте, как привлекательно распространять сознание Кришны. Как дать вкус этим людям, забывшим счастье духовное. Они думают, что счастье будет, когда они будут поедать мясо и запивать водкой. Вот к чему приходится. Поэтому у преданных появляется большая ответственность. Если мы хотим быть браманами, браман не будет молча смиряться со всем этим, начнет утрачивать свою касту, говорится, свое положение брамана, утрачит свои качества, утратит свое знание, как из треснувшего кувшина или необожженного глины кувшина. Вода вытечет. Также браман, если он не проповедует, он теряет эти качества. То есть нужно думать, как это делать лучшим образом, не беспокоя общество, принося счастье в мир людей, духовное счастье, духовные примеры. Это духовная революция. Здесь нет места насилию, но тут должны разбиваться все атеистические, все невежественные концепции. Неважно, под какой-то религией находится или под каким еще другим измом праведным. Невежество нужно разоблачать. Это роль садху. Садху не льстит, он будет резать, он будет говорить правду. Но так, что люди вдохновятся, получат силу служить Богу, обретут веру, счастье, общаться будут с садху сангхой, они начнут заниматься баджанакрией, и счастье будет увеличиваться. Как снежный ком это может быть, как движение Прабхупад создал, будет как снежный ком, он говорит. Так предсказано было Бхактино Такуром, так было предсказано Господом Читании. И мы живем в это время сейчас, когда нам не поможет больше никто, кроме нашего собственного выбора. Ни правительство не знает, что делать в этом смысле. Не знает. Ни наши близкие, родственники, старшие, желающие нам блага, не знают, как улучшить нашу жизнь. Сейчас только сам человек может заинтересоваться абсолютно истиной и получить все необходимое. Потому что Прабхупада дал нам возможность общаться с садху, расширяя это движение по всему миру. В этом был смысл, чтобы люди могли общаться с садху. Те, кто представляет Шрилу Прабхупаду, живут согласно его наставлениям, миссии, следуют строго его заповедям, а мы принимаем как садху, общаемся с ними. И первое, что мы от них получаем, это глубокую преданность Шрилы Прабхупаде, которая покоряет наш непокорный ум. И греховные желания начинаем стыдиться. Да, кто-то дал нам Прабхупаду. Реальная личность, если Кришна где-то далеко окажется, запредельное что-то, трансцендентное, слишком великое,
Бог слишком далеко, но Прабхупада, он был с нами здесь. Он был представителем Кришны, он дал этот вкус. Сакшат Харитвина, Самаста Шастра, непосредственный представитель Бога приходил. Итак, только по милости саду мы можем обрести эти качества саду, можем обрести любовь к Богу, можем очистить свою бхакти, начиная с веры. И наше время уже истекло. Важно тут остановиться. Спасибо большое.